Добрый вечер, меня зовут Павел, капитан команды Хави. Игра прошла великолепно. Я очень рад за нашу команду. Играли отлично, отдавались игре. Соперник тоже должен. Молодцы. Очень нравится их движение по играм прошлым, по этой игре. Честно, наверное, закономерная ничья. Мы могли забить, они могли, поэтому я считаю, ничья еще закономерна. Как думаете, чего не хватило для победы вам сегодня? Немножко везения. И все. А так все было на поле. А как будете готовиться к последним турам в чемпионате? Как обычно, у себя в зале потренируемся, отработаем некоторые моменты, разберем эту игру по видео, ну и сделаем выводы.